Всем привет, друзья. Вот три прибора, внешне очень похожих: Ш69006, это у нас логометр, МР64-03 и П, это вольтметр, и ЛР6402. Я не нашел, что это за прибор, но вместе они очень похожи. Сейчас я вам покажу, что находится внутри. Сниму крышки. Итак, крышки я снял. Вот они так выглядят. Держались на двух винтах. Оставить руку. Теперь смотрим, что они из себя представляют. Внутри. На первый взгляд, внешне они очень похожи друг на друга. Примерно одни и те же радиодетали на обоих. Здесь Ш69006. Приемных радиодеталей я не нашел. Далее, ЛР6402, смотрим, тут вижу один германиевый транзистор P213B, содержит германий редкоземельный металл, но не знаю, почему их не принимают вообще. Видимо, очень мало, либо трудно извлекаемый, хотя извлечь можно. Тоже ничего такого нету. Что можно было бы снять? А вот здесь, друзья, МР6403ИП, запомните, также выглядит, также транзистор германиевый P213, но есть вот такие вот контакты, серебряные, скорее всего. А вот тут вот спрятался резистор приемный с содержанием палладия SP5-2. Вот он. Не знаю, видно, нет здесь. Да, вот он. Правда, шиворот на выворот, но давайте вот так. SP5-2 с содержанием палладия. Ссылочка на то, как его извлекать, будет в правой части вашего экрана. Ролик у меня на моем канале об этом есть. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.